Сегодня держатели долларовых облигаций СОКАР получили свои первые доходы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель наблюдательного совета компании СОКАР Капитал, вице-президент госнефтекомпании Азербайджана по экономическим вопросам Сулейман Гасымов. Первые процентные выплаты по облигациям государственной нефтяной компании Азербайджана СОКАР составили 1 250 000 долларов. Средства уже перечислены на счета держателей этих ценных бумаг. Сегодня мы осуществили первые процентные выплаты по облигациям СОКАР. 3 января госнефтекомпания перечислила средства в Национальный депозитарный центр, откуда они были переведены на счета держателей ценных бумаг. За счет нашей упорной работы спрос на 100-миллионную эмиссию вдвое превысил предложение. Кроме того, нам удалось удачно разместить средства, поступившие в результате выпуска облигаций. Огромный интерес к облигациям СОКАР наблюдается на вторичном рынке. Здесь большинство заказчиков – именно физические лица. Покупают облигации, помимо жителей Азербайджана, также граждане Турции, Грузии, России. Приобрести их на вторичном рынке могут не только физические, но и юридические лица из-за рубежа. До сих пор общий объем операций по облигациям на вторичном рынке составил около 35 миллионов долларов. Заказы поступают до сих пор. В скором времени эта цифра достигнет 40 миллионов долларов. Владельцы облигаций смогут использовать их как залог при получении кредита в банках. Сейчас по данному вопросу ведутся переговоры с соответствующими структурами. Кроме того, в зависимости от активности рынка, СОКАР может выпустить новые облигации. В результате растущего спроса на вторичном рынке мы можем осуществить новую эмиссию облигаций. Параллельно будем работать над размещением привлеченных средств. Облигации СОКАР были выпущены 20 сентября 2016 года на общую сумму 100 миллионов долларов США сроком обращения на 5 лет. 17 октября минувшего года облигации начали обращение на вторичном рынке. Годовой доход по ним составляет 5%, которые выплачиваются раз в 3 месяца. Доходы по облигациям СОКАР не облагаются налогом. Илькин Шафиев, Гюльнар Азизова, Эльвин Гаджалиев, CBC.